Казахстан может внести большой вклад в дело нераспространения ядерного оружия в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Так считает профессор международного права Южнокорейского университета Хангук Чо Джонг Хён. Он уверен, наша страна заняла свой пост в Совбезе в непростое время. Увеличивается угроза распространения ядерного оружия в Иране и Северной Корее, использование химического оружия в Сирии. Также обострились проблемы мигрантов в Европе и США. По всем этим вопросам, по словам профессора, Казахстану предстоит высказать свою позицию. Сейчас в Совбезе ООН обсуждаются проблемы ядерного оружия и прав человека в Северной Корее. Мы надеемся, что Казахстан поможет улучшить ситуацию по этим вопросам. Также ваша страна может помочь восстановлению контактов между двумя Кореями. Известно, что служба международной доставки DHL работает в Северной Корее, однако обмен между странами закрыт. Поэтому с помощью Казахстана мы могли бы отправлять туда посылки. Я думаю, что это одна из возможностей общаться с изолированной Северной Кореей.